Уж 37 мне, уже не тусуюсь, уже не гуляю, а все равно холостяком быть всех раздражаю. Не понимаете, еще бы для себя пожить, мир посмотреть, деньжат скопить, а меня ежедневно пытаются женить. И чтобы таких, как я, в ЗАГС затащить, Министерство юстиции готово всю ночь протусить». Так, на день Святого Валентина в Украине было заключено где-то 1500 браков. Регистрировали до глубокой ночи всех желающих, даже тех, кто решился сделать это здесь и сейчас. Вот никто, правда, не говорит о статистике разводов. Да и зачем? Зачем легенду портить? Ну а вообще на календаре Високосный год, следующий, говорят, год вдовы. Мне лично хочется еще пожить, да и опыта поднабраться. Ведь союз крепче, как мне кажется, когда не спослан свыше, нежели штампом в паспорте.